Рейд. Ураганный боевик 2011 года. Индонезия. Отряд спецназа проникает в многоэтажку в трущобах Джакарты для ареста наркобарона. Операция должна пройти быстро и тихо, но случайность нарушает планы полиции. На спецназ объявлена охота, и 15 этажей вооруженных бандитов становится адом. В главной роли снялся Йоко Уэйс, чемпион Индонезии по пинчак-силату. При бюджете в 1 миллион долларов в прокате собрал 9 миллионов. Действие происходит в 15-этажном здании. Но на самом деле здание, использованное для съемок, имело 4 этажа. Остальное графика.